Ребят, что-то надоело дома сидеть уже. Может, в зоопарк сходим? Какой зоопарк? Папа, сейчас карантин, все закрыто. Да я вообще-то онлайн хотел сходить в зоопарк. Понятно, что закрыто. 2 hours later. Ребята, как здорово, мы сегодня пришли в зоопарк! К сожалению, карантин, мы пришли только онлайн в него, и поэтому давайте посмотрим, что здесь происходит. Для начала нам нужно выбрать животного, которое сегодня будет ходить и что-то делать в зоопарке. Кем будем, ребята? Жирафом, пингвином, рыбой, слоном, обезьяной? Обезьяной! Ладно, смотрите, я появляюсь такая обезьяна. Ой, а что у меня такие глаза красные? Так, ребята, ладно, пойдемте. Ой-ой-ой, трататулечки. Привет, мои собратья, привет, Джерри, как дела ты? Ой, прости, Джерри. Джерри, что ты с тобой? Джерри, вставай. Я его в воду швырнул. Бедолага просто. У нас такая, кстати, большая клетка. Я бы тоже... Ой, а что у нас человек делает? Ребята, чувак, привет. Ой, прости. Чего я его бью? Господи, мальчик, ты почему свалился? Что мне с тобой делать, мальчик? Он провалился под воду, под землю или что с ним стало? Ребята, я предлагаю просто прикольную идею. Сбежать с этого питомника, он мне уже надоел. Все, хочу на свободу, хочу вот туда, где люди ходят. Тетя, здравствуйте, я обезьяна, меня зовут Майкл. А че вы застыли? Ой, я ее током шибанул. Папа ее электрошокером, она такая повалялась, как жук. У меня вопрос. Почему у обезьяны электрошокер есть? Как? Куда она его взяла? Ребята, а знаете, что я еще могу делать? Наверное, что-то безумное. Да. Ребята, машинка моя! Вау! Нет! Называется на карантине, когда все клетки открыли. Нет, вот что обезьяна делает. Обезьяна сошла с ума. Ой, прости, чувак, извините, пожалуйста. Господи, боже, ты мой. Он смотрит, кто там посылку несет. Чувак, прости, тут столбики полетели, лавочки тоже. Ребят, мне кажется, мы сейчас разрушим весь зоопарк. И это что? Это был ресторан, была кафешка, но обезьяна неуправляемая. Hello, мистер! Ай, прости, я не умею ездить. Так, давайте дадим свободу. Кому дадим свободу? Кто там? Там зебры. Ну-ка, давайте зебру. Освободить зебру! Вот так вот, все, зебры свободны. Все, выходите. Давайте, гуляем! Все на свободе! Слоны на свободе! Слоны, выходим. Пойду к слону пообщаюсь. Здрасте, мистер Элефант. Ой-ой-ой! А что ты можешь сделать? Взять в ручки. А мы можем это сделать? Зачем я это сделал, ребят? Я несу тебе еду. Хочешь покушать? Вон. Это что такое-то? Ой. Кажется, слон рассердился. Мне сейчас хана будет, ребята, бежим отсюда. Что-то как-то мне не нравится тут. С обезьяной понятно. Давайте выберем теперь другого героя. Ой, ребята, подождите, я гранату нашел. А знаете, есть такая пословица. Не буду я ее говорить. Ну, в общем, короче, когда граната попадает к обезьяне, это не очень хорошо. Но я сейчас попробую ей воспользоваться. Нет. Все, игра закончилась, ребята. End of flashback. Так, ребята, напишите в комментариях, кого бы вы выбрали. Обезьяна была. Есть акула. Нет, это не акула, это просто рыба. Акулы нет. Фиш. Рыбу, что ли, ребят? Ну пусть ребята напишут. Вдруг она будет ходить по парку. Ну ладно, давайте возьмем рыбу. А подождите, а в смысле, я сбежал с аквариума? Чувак, подними меня, я подыхаю, ты видишь? Мне нужна вода, человек. Ой, видишь, как я могу ее... Рыбка выползла с аквариума. Что я делаю?
Какой-то я странный, какой-то я неуправляемый, ребята. А где слон? Вон, полетели к слону. Он меня съест сейчас, мне кажется. Ничего себе, я рыбка, какая-то каменная рыба. Забор весь снес. Так, слон. Что? У меня тоже есть. Ой, чувак, смотри. Он меня сейчас поймает. Это же сотрудник зоопарка, ребята. Вот он бегает. Такое? Он что, с ума сошел? Он должен нас спасать, там воду куда-то девать. Надо его электрошокером. А ну-ка давай слона вот этого вот так вот. Нет, нет! Да он не сидит. Ой-ой-ой! Как так возможно? Здрасте! Верно, давай лектора какашками закидаем. Здрасте, мистер. Хотите? Ой, ребята, какие-то мы тут явно плохие вещи делаем. Ну, что поделать? Вот такая вот игра. Слушай, пап, если рыба может ходить по трассе... Если бы мишки были пчелами, то они бы не почелами. Тогда слон может разнести весь... Слушайте, ой, там дельфины. Смотрите, это же мои собратья. Пойдемте к ним. Там нашел дельфинов. Хеллоу, ребятки! Вау, классно! Я в воде, все, я живая рыба, я наконец-то. Так, ребята, можно к вам? Господи, куда я улетел? Все, я спасся, я буду плавать здесь. Ура, ребята, ура! Давайте еще кого-нибудь выберем. Ребята! Ребятули! Тут есть динозавры, представляете? Так, кем мы будем? Феродактиль, брагисаурус, трикаптерс, тирекс, раптор. Ну, для меня многие их тут динозавры, кстати, не... А, тут еще что-то есть? А, это я сотрудник зоопарка, я просто... Вон, смотрите, динозавр. Это, кстати, Милана сидит с нашим слаймом. Да. А его можно приобрести по ссылке в описании в нашем мерче, ребята. Заходите, обязательно приобретайте. Это называется слайм-тихлон. С шариком. Так, я тогда выбираю, знаете кого? Вот это вот, кто это? Такой здоровенный. А я на машине смогу ездить? Нет, идиот. Ты удивишься. Поехали! Как, ты рулишь лапами, да? Ребята, как? Ты рулишь лапами, да? О, эта игра меня приводит в шок просто какой-то, наверное. Я не знаю, но посмотри. Как ты вообще сел туда? Такое возможно только вот в этой безумной игре, ребята. Не бояться ходить тут же? О, я, кажется, свалился с машины. Какой-то неуправляемый динозавр, я все время падаю. Слушайте, а там есть карусель, а пойдемте в карусель. Мне кажется, мы сможем покататься. Это, конечно, безумная идея, но а почему? Вдруг она сработает? А где сотрудники динопарка? Где все? Так, я иду, ребят. Вообще, какой-то грязный зоопарк, тут вон пакеты валяются, я вообще не могу понять, почему. Так, смотрите, карусель, интересно, мы можем покататься? Oh, no. Не могу вообще никак покататься, почему? Так, а может быть я вот в той штуке могу оранжевой покататься? А-а-а! Это ваша или нет? Ну смотри, что происходит, ребята, отцепите меня. Знаю. Почему меня так отбросили? Это ты большой, неуклюжий, толстый динозавр. А тирекс это большой динозавр. Раптор, давайте, или кого? Тираноидо. Вот он. Класс, я летаю, еще динозавр. Самый добрый, говорят. О, ребят, смотрите, тут даже машинки есть такие. Дед. Че, я могу в них покататься? О, поехали, ребята. Слушай, они смотрят слонов, прикинь. Вот когда-то были слоны. Теперь мы с вами заезжаем в джунгли. Когда-то здесь обитали обезьяны. Да, вот такие вот обезьяны. Теперь мы с вами перемещаемся в специальный раздел. Это океания. Здесь водятся разные необычные рыбы. Как быть хорошо динозаврам и смотреть? Это я к чему? Просто на самом деле сейчас все по-другому. Мы смотрим на динозавров. И вот так ездим, если вы помните. И смотрим, как были динозавры. Да, они динозавры смотрят. На... Да, а здесь в этой игре наоборот. Динозавры смотрят на животных. Так, ладно, я полетел, ребят. Полетели. Ой, давай к тете полетим. Тетя. О, я почему-то ее током бью. Я не могу понять, почему динозавры бьют током. Так, я что, могу еще и в машине ездить? Ну это что-то безумное! Погнали! Что это такое? Вообще играет сумасшедшая. Еще посреди себе назад посетитель. Ну да, я могу кого-нибудь покатать. Почему-то, кстати, тут ремонт какой-то ведется. Ой, простите, кирпичики, простите, заводики. Да все, простите, ладно. Короче, это просто игра такая вот. О, кстати. А ты можешь вылететь?
сотен, я смогу. Ладно, я полетел тогда отсюда. Все. И что, я далеко улечу? Все, я сбежал. О, я не могу. Тут невидимое стекло, ребят. Как мне сбежать из этого питомника? Почему, я застрял, что ли? Ну, меня возвращает обратно, смотри. Я ничего не делаю, он сам туда возвращается. Вот так вот как-то. Безумная игра, друзья. Просто по-другому никак не могу сказать. Ну что, вот так мы сегодня здорово поприкалывались и повеселились. Вот такая вот игра про животных и динозавров. Крейзи игрушка. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока-пока. Эти динозавры сумасшедшие. Ну да.